ладно. Будем держаться. Надо помощь. Рука порезанная, сильно крови много. Она со мной живет в этом доме. Вот это я в магазине был здесь. Она на улице сидела. Ну, с полчаса как начали они обстреливать, типа два раза подряд. Один, потом второй прилетел, первый прилет, 98 номер. Крыша там все. Потом мы вот это выскочили, все. И потом пошло, они уже сюда уже идут больше.